Он в моей голове. Элис, слушаю. Мне нужна помощь. У меня в доме происходит что-то странное, мне сказали. Вы в этом разбираетесь. А где вы живете? В местечке 5 ключей в Нью-Мексико. Этот дом принадлежал нашей семье. Элис. Когда начались эти явления? Сразу, как мы сюда переехали. Я видела призраков раньше, много лет назад. Я тоже их вижу. Но этот совсем другой. Проникнуть туда. Я могу. Отсюда! Будь осторожна. Доверьтесь мне. Элис! Эти явления обычно бывают жуткими. Астрал 4. Последний ключ.